Я со своей стороны хочу выразить слова благодарности коллегам, которые выступили и в режиме онлайн приняли участие в нашей сегодняшней работе. Совсем скоро, через пару дней, с визитом в Москве будет президент Объединенных Арабских Эмиратов. И я буду иметь удовольствие и честь принимать его. А затем, как вы знаете, на следующей неделе состоится встреча с лидерами всех стран-участниц нашего объединения. Хочу присоединиться к тем словам, которые прозвучали сейчас со стороны моего коллеги и друга, президента Рамафозы, в той части, когда он сказал о том, что одной из ключевых задач всех руководителей стран-участниц БРИКС является поддержка деловой активности и бизнеса. Мы, в свою очередь, очень рассчитываем на то, что благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашему знанию, вашим знаниям и опыту, вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу – обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность и, в конечном итоге, благосостояние граждан наших стран. Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу – развитие и устойчивое развитие и процветание наших стран и народов. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, с нами, в Москве, за то, что мы думаем о том, как двигаться по этому пути. И желаю вам всего самого доброго, успехов в вашей благородной работе. Спасибо большое.